Качественным продуктам на прилавке лучшее место. Фермерский рынок «Органика» открылся в Чкаловском. 1500 квадратных метров торговых площадей, бесплатная парковка на 200 автомашин, бары и ресторан находятся под одной крышей. Каждый день с 9 утра до 9 вечера галереи «Органик» пестрят разнообразием. Мясо, рыбу, овощи, свежие сушеные фрукты, бакалея. Одной молочной продукцией наполнены 4 павильона. Поставки налажены напрямую от ферм. Здесь, как нигде, проявляется заметное преимущество рынка. Продукты от фермеров можно перед покупкой попробовать. У нас замечательное молоко, которое сегодня утром только подоили и налили бутылочки. Мы сами все это делаем, у нас свои коровы. Я сама это все привожу, я сама за рулем, так что это все, даже, как правило, это все продается еще теплым. Теплое молоко парное, то есть замечательно, с первых рук. Речная рыба из Армении, форель из Карелии, еще десятки наименований морепродуктов для жарки, запекания и засолки, представлены в охлажденном виде. Тут же продается живая рыба из аквариума. От разнообразия даров моря на рынке «Органик» разбегаются глаза. Вот такая рыбка уникальная, видите? Пятнистенькая вся. У нас эта рыбка с Армении, непосредственно речная Армения, тоже некормленная рыбка. Есть у нас золотистая, посмотрите, какая жемчужная форель. Ее обычно берут деткам очень хорошо, мало косточек. Цыплята по 130 рублей за килограмм, говяжья грудинка по 280, телятина по 370. Где, как не на фермерском рынке, подскажут, какое мясо выбрать к тому или иному блюду. Говядина у нас липецкая, воронежская мяско, которая пахнет ароматная приготовки. Также запах мяса присутствует при разделке. Можно все приготовить, я также все это вам тоже расскажу, что, как и какой кусочек лучше, я то же самое подберу. Очень рады, что открылся этот рынок, потому что у нас в городке такого уровня рынка, ну, наверное, нет на сегодняшний день. Надеемся, что они будут процветать и развиваться, потому что и цены, и качество продукции очень устраивает. На рынок «Органик» как в супермаркет. При входе стоят тележки, с ними легко прогуливаться по галереям торгового зала. Тут же из тандыра продается свежая выпечка. А рядом в кафе приятно провести время за порцией суши и роллов. Пицца здесь очень вкусная. Вот ребенок очень роллы с сушами любит. Суши Калифорния, я их просто обожаю. Оторваться не могу. Самый плюс – это парковка. Когда бывает еду с работы, есть куда подъехать, машину поставить и сходить. Что отсутствует во многих местах. Приятно удивляет ценами бакалейный отдел. Сахар-песок по 32,5 рубля за килограмм. Масло подсолнечное 900 мл 49 рублей. Морковь и лук по 40 рублей. Сочные фрукты и ароматная зелень продаются в «Органик» по выгодным ценам. Фермерский рынок «Органик» открылся. Домашние колбаски, морепродукты, овощи и фрукты, бакалея – все по доступным ценам, дешевле, чем в сетевых магазинах. И все это в микрорайоне Чкаловский, улица Институтская, владение 5. Чисто, комфортно, удобно. Михаил Налетов, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».